Ще раз вітаю наших глядачів. Час актуального інтерв'ю. COVID-19 вніс багато змін у життя людей по всьому світу. Від вірусу страждають не тільки люди, як фізичні особи, а й бізнес, економіка, ринок нерухомості. Сьогодні якраз про нього і будемо говорити. Що зараз відбувається на ринку житла? Чи він взагалі існує у звичному розумінні? Що у тренді, а що пішло назавжди? Фахівці з цього питання у нашій студії – це Кирило Жовтопуп, експерт Національної асоціації брокерів, та Сергій Логутенко, керівник Ради підприємців ринку нерухомості. Доброго вечора нашим гостям. Зміни відбуваються в багатьох сферах. Впевнена, що і у ті, що ви сьогодні представляєте, також. Будемо говорити, розпочнемо говорити про те, що найбільш хвилює наших глядачів – ціни на житло. Первинне, вторинне. Що відбувається із цінами після локдауну? Добре. Всім добрий день. Ну, во-первых, на даний момент, це кінець января, більше на ціни впливають все-таки постновогодні праздники, некий такий відпочинок, який є кожен рік, на нього вже якби локдаун просто наложився. Вот. Здесь тоже давайте разобьем карантин и локдаун на две составляющие. Они как бы и одна влечет за собой вторую. На сегодняшний день, на конец января, можно уже прогнозировать там про начало февраля-февраль, рынок выходит на свои плюс-минус стабильные объемы по регистрации сделок купли-продажи. Вот. За последний год, это за 2020, порядка 20% увеличилась покупка новостроев. Вот, по сравнению со вторичным жильем. Новострои немножко пострадали от локдауна, но именно от первого больше, потому что было непонимание, что происходит, как будет дальше происходить. Продажа или строительство пострадало? Строительство и продажа, грубо говоря, до этого года это одно и то же. По одной простой причине, что, грубо говоря, еще год назад застройщик, как только выводил на рынок свой проект, он мог уже продавать невидимые квадратные метры. С 2020 года и уже в 2021 это невозможно. У нас внесли там ряд изменений в законодательство именно и по строительству, и по девелопменту. На сегодняшний момент застройщик не может так делать. Он должен хоть что-то построить, вложить свои деньги, а только потом продавать. Вот. Поэтому первый карантин, который был, локдаун, вот это строительство и с продажами, оно сработало вместе. То есть те, кто только заложили котлованы, они рассчитывали, что к ним придут клиенты розничные, да, которые там будут жить или сдавать в аренду, дадут им денег, да, то есть купят еще не построенные, купят, грубо говоря, проект. Ну, это называется договором инвестирования, да, ну, грубо говоря, станут такими некими миноритариями в каком-то понимании этого новостроя. Вот. И первый локдаун максимально убил всю эту историю. Почему? Потому что люди не знали, что будет происходить, они не знали, куда инвестировать. Здесь нужно еще понимать, что, в принципе, кроме недвижимости, в Украине очень мало сегментов, куда можно инвестировать. Вот. Поэтому первый карантин, можно сказать, на какое-то время вообще убил всю эту историю про новострои. Вторичка остановилась, но больше по той простой причине, что люди не знали, что делать. Вот. Локдаун, который ввели вот уже в новогодние праздники, он не сказался по большому счету никак на сделках купли-продажи. То есть мы прошли вот этот первый период. Мы посмотрели, что в принципе ничего страшного не произошло. Что все продается и покупается. Мы ходим по городу и видим, что новостройки строятся. Да? Мы видим, что многие службы, как коммерческие, так и государственные, так или иначе функционируют. То есть люди просто подстроились под этот новый формат и дальше стали покупать. Что касается цен. Цены что на вторичку, что на первичное жилье, в принципе, выросли. В среднем по Украине это порядка 17% за год, за 2020. Конкретные цифры за Днепр я вам не могу сказать, по одной простой причине, что вот этот сбор и анализ информации, он достаточно сложный. В принципе, в Украине, в Днепре, так вообще подавно это тяжело посчитать. Вот. Цены подскочили не из-за локдауна как такового. В основном они подскочили как раз-таки из ряда внесения вот этих изменений в законы, что застройщик уже не может на этапе котлована или даже без котлована продавать свои объекты, то есть ему нужно инвестировать свои личные деньги. Это как бы застройщику не сильно выгодно, их нужно где-то взять, потом отдать. То в основном это что-то либо инвестиции, где ты должен вернуть с процентами, либо тот же там кредит. Суть одна и та же, поэтому цены немножко больше. Плюс за 2020 год выросли, в принципе, цены на
что стройматериал, ну, по большому счету на все, да, там ту же самую ЖКХ, коммуналку мы можем посмотреть, она тоже выросла. Поэтому цены и подняли за 2020 год, в среднем там 17-18% по всей Украине. И в 2021, скорее всего, они будут тоже расти. Вот. На момент начала 2020 года мы наблюдали такую историю, что, в принципе, предложение по новостроям удовлетворяло спрос. На сегодняшний день, в 2021 году, предложение немножко больше, чем есть спрос. Вот приготовила этот вопрос, это очень визуально даже заметно. Это визуально заметно, скажем так, не в Днепре. Поедьте в Киев, поедьте в Одессу. Вот там это заметно максимально. То есть Днепр в плане своей компактности и не того большого количества новостроев, вот это еще не так заметно, но это действительно прохожие люди замечают, что новостроев строится больше, чем их продаются. Но здесь даже есть такой другой момент, что новостроев продается гораздо больше, чем в них живут люди. То есть, если посмотреть по регистраторам, да, по той, там, скажем, инсайдерской информации от наших партнеров, которые мы можем у них просто для аналитики какой-то своей посмотреть, мы видим, что достаточно неплохо все новостройки, как и новые, так и там 10 лет назад и 15-годичной давности, они, в принципе, продаются. Но то есть, вкладываются деньги для последующих продаж, будем называть это вкладываются. Инвестиции. Да, я вначале сказал, что в Украине особо некуда положить деньги. Банкам многие люди не доверяют, у кого есть деньги. Поэтому вкладывают в недвижимость. Почему? Потому что, ну, даже если все будет совсем плохо, гривна, доллар, вообще все валюты какие-то общепринятые монетарного общества обесценятся, у тебя есть, грубо говоря, вот эта вот скала 21 века, где ты можешь жить, выйти, там, пойти забить мамонта, грубо говоря. У нас не может быть, как в Америке, да, раз упали цены, раз поднялись. То есть у нас более стабильно, да? И да, и нет. У нас более стабильно вот это вот плавание курсов разных, которые есть, но у нас максимально нестабильно принятие законов, то есть, грубо говоря, законодательные органы. Поэтому внешних инвестиций из-за рубежа в Украину очень мало. Даже брать конкретно Днепр, достаточно закрытый город, ему никто не будет с этим спорить по разным причинам. Упустим их. Добраться сложно. Ну, будем считать так, да. Самый проблематичный город по дорогам, назовем это так. В наш город даже не заходят инвесторы из других городов Украины, потому что город закрыт. Поэтому Днепр со всей той инфраструктурой, со всеми теми деньгами и людьми, которых мы знаем, которые здесь находятся, по новостройкам все равно отстает от всей Украины. Но, как мы видим, их больше, чем они нужны. Чем, грубо говоря, это аргументируется? На сегодняшний день хороших новостроев, в моем понимании, хорошие — это цена-качество. То есть, если новострой плохо построен, он должен стоить ровно столько, чтобы за эти деньги он стал хорошим. Их на самом деле единицы. Все топовые, люксовые новостройки, которые мы видим за последние 10 лет, я могу там честно сказать, вот лично я купил бы себе две. А их у нас позиционируются 7. Сейчас может, вы же назовете эти объекты? Сейчас устроите бум. Первый, наверное, покупай. Это Сергей не будет спорить, на Ворошилова Парк Резиденс. Это, ну, в моем понимании, это лучший новый дом, который есть у нас в городе. Ребята строили его очень долго, то есть даже по меркам строительства это очень долгое было строительство. Они строили его очень дорого, он стоит очень дорого. Но качество материалов, качество, как относились к каждому там квадратному метру, никто из застройщиков в Днепре еще не переплюнул. Так, более второй... того, там есть такие моменты, что когда они уже что-то сделали, это не совсем, скажем, подходило концепту, или это не принимал технадзор, вообще новое слово, кстати, появилось в 2020-м, частный коммерческий. В 2020 году вот понятие технадзора в коммерческих компаниях, оно действительно уже стало нормальным. Ну, может быть, это принесло великое будивництво в Украине в целом, не знаю. А коммерческий — это как? Платишь, он принимает? Нет, у каждой, ну, грубо говоря, есть... Ну, вы сказали коммерческий, то есть, ну, есть государственный, есть коммерческий, они вообще как-то отличаются, вообще-то, да? Вообще-то, да. У нас есть, назовем так, государственная структура, которая должна контролировать строительство жилых домов. Почему? Потому что это люди, государство гарантирует безопасность украинца и любых физических лиц, которые прибывают на территории нашего государства. Но, как мы понимаем, работает это формально. Вот. То в 2020 году уже компании-застройщики, которые четко понимали сегмент своих клиентов, они пришли к тому, что строить дорого, продавать дорого, но при этом давать минимальное качество – это плохо.
Поэтому они делают очень хорошо, но отсюда и цена. Но таких новостроев у нас в принципе... Да, и второй объект, вот просто кратко назовите. Второй мы упустим по одной простой причине. Он еще не достроен, он не введен в эксплуатацию. На сегодняшний момент, я думаю, что через полгода, когда он ведется в эксплуатацию, это будет там мой второй новострой, который я буду смело рекомендовать всем, если как бы у вас есть такие деньги. Вы запустите рекламу на 9-м канале. Вообще легко. Думаю, это будет не проблема. То есть все остальные, они сомнительного качества? Они не сомнительного качества, они дороже своего качества. То есть, когда, допустим, приходит ко мне клиент или к Сергею, он хочет получить лучший сервис, лучшую услугу. Я не могу рекомендовать человеку купить квартиру, там, пусть образно, за 10 тысяч долларов, при том, что она действительно стоит там 7 или 6. Ну, как-то это, наверное, может быть и правильно, в моем понимании нет. Вот. У нас есть ряд классных новостроев, которые бюджетные, они ничем не выделяются, они не из супер каких-то материалов, но у них и нормальная цена. То есть там от 600 долларов за квадратный метр, в принципе, это хорошая цена для новостроя среднего качества, грубо говоря. Это такие пустые, да, горы? Да, это пустые. То есть ты должен понимать, что тебе еще хотя бы там 150-200 долларов с напрягом в такой совсем-совсем простенький ремонт нужно будет вложить. То есть у тебя получается новый дом, новый ремонт за 800 долларов за квадрат. При этом вторичка тех же спальных районов, где эти новострои находятся, 650, 700, 800... У кого-то 900 продается годами, ну, есть примеры, конечно, еще и выше. Есть примеры, там... да, у Сергея есть примеры. Ну, дело в том, что я поддержу Кирилла, что наблюдается вот такой дисбаланс у людей. Почему-то вторичный рынок, который по качеству хуже, стоит дороже, чем первичный рынок. Ну, а сколько парадокс. Сегодня вот такая средняя стоимость метра на вторичке, вот вторичного жилья? Я не знаю, какой возраст учитывать. Ну вот или если любой. Брать панели на наш самый любимый всеми жилмассив «Победа», где например. Строится больше всего жилых комплексов. Вот там цена на новостройке сейчас стоит в пределах 700-800 долларов. Так, в то же самое стоит. Время бэушная квартира там же на «Победе» стоит 1000 долларов. Квадратный метр. С ремонтом или без? Обычное состояние. То обычная есть... квартира чуть лучше, такой чем... евроремонт чем лучше, чем советская, да, да. Или ремонт, которому уже 10 лет. При этом... А в чем вопрос? Надежности, да? Или потому что очень надо. Это очень большого очень... спроса товар. Однокомнатные, двухкомнатные квартиры на «Победе» трудно найти, потому что даже их очень мало продают. Или аренда квартиры. Трудно найти. Почему трудно найти? Потому что всем эта квартира нужна. И она есть. А на новострое, да, дешевле цена квадрата, но это ж надо подождать. Когда-то год, а когда-то три. Интервал от инвестиций на начальном этапе до момента, когда я могу спокойно жить, это 3 года. Потому что сначала дом построили, потом сделали там люди ремонты, все, да, перепродают. И поэтому вот на начальном этапе, когда фундамент заложили, это, грубо говоря, 17-й год. Спокойно встретить Новый год, 21-й я смогу. Да, да, да. Любой новострой, если взять, так и происходит. При этом новострои так популярны, что там процесс перепродажи идет постоянно и очень активно. Это в основном элемент, Кирилл сказал, инвестиционный. А вот скажите, покупают, вы сказали, да, Кирилл, что больше куплены, чем заселены, да, чем живут. Да. Это жители местные или это все же там, я не знаю, иностранцы? Вот ходят слухи, говорят, что вот... Не совсем иностранцы. Или там жители других городов. Нет, есть и такие, конечно. Есть и такие, но это там 5-10%. Немного, я думаю, да? Даже то есть это в основном 5. Жители города, в основном которые... это жители города и Украины. То есть, напомню еще раз. Ну, есть ряд у нас, скажем так, профессий, да, где можно заработать очень большие деньги за очень короткий срок. Возникает вопрос, где их хранить? После закона щодо запобегания коррупции, терроризму и так далее и тому подобное, хранить их стало еще сложнее. И вот вопрос. Хранят в квадратных метрах. Конечно. Да? То есть в любом случае ты знаешь, что вот оно есть. Завтра может обесцениться курс, произойти дефолт, что угодно, но вот оно есть. То есть, в принципе, с голоду ты не умрешь. Вот такая вот логика.
Это первый момент. Второй момент, что люди, которые уже честным трудом заработали деньги, у них возникает вопрос, куда вложить. Во всем мире считается, что недвижимость – это самая низкорискованная инвестиция. Вот. Она не самая прибыльная, то есть окупаемость на сегодняшний день в Днепре – это порядка 5-6 лет, ну, скажем так, в рамках даже соседних стран. Ну, это не самый лучший показатель. Если брать... 5-6 лет окупили, а потом подошло время следующего ремонта. Да? Нет. Ну, так. Грубо говоря, да. Да. То есть, где нет, где да. Опять-таки, вопрос, за сколько купили. То есть, многие, допустим, застройщики или их представители говорят, вот вы окупите свою квартиру там за 6 лет. Но они не учитывают, что тебе нужно еще там, ты покупаешь за $700, тебе еще нужно 200 вложить. То есть, там, окупаемое за 6 лет уже не получается. Ну, конечно, нет. Получается, но потом больше. Же, если это аренда... Ну, за 8 лет эта квартира может подешеветь. Конечно. И здесь, скажем так, такой двоякий момент. Если она дешевеет, это может произойти только из-за того, что там улучшается экономическая ситуация в стране, у нас строится еще больше новостроев. То есть, получается, документ тебе, наоборот, выгоднее, чтобы экономическая ситуация была там хуже, чтобы тебе через 8 лет эта квартира оставалась там хотя бы плюс-минус в какой-то цене. Вот. И... Ну вот, получается так, что многие квартиры, это действительно как место, куда можно просто положить деньги, они там лежат. Ты знаешь, что там за какой-то минимум ты там через 10, через 20, через 3 года, через месяц, ну ты продашь, на случай чего. Вот, есть новострои, которые на старте своей застройки, наверное, ну, да в городе, наверное, только один, вот, по которому действительно дефицит. Обычно... Новострой там продаются за год, за два, за три. Этот новострой разметается там просто на этапе, как ребята заявили, там три секции построили, это Ривер-парк. Купить там квартиру практически нереально. Их разгребают, их выкупают. Снять квартиру там практически нереально. То есть там реально снять только квартиру вот просто под аренду. Люди покупают. Причем, как интересно делают, они берут маленькие площади до 40 квадратов, пытаются сделать из них косо-криво какую-то двушку и сдают за 10-11 тысяч гривен. При этом полноценная двушка в 50 квадратов плюс будет вам обходиться в 14. Но проблема в том, что снять даже такую квартиру практически нереально. Вот настолько полюбился этот ЖК. В принципе, соотношение цены и качества на этапе, когда они только развивались, было достаточно интересным. То есть это не было какое-то люксовое жилье. Они не говорили о том, что мы лучшие во всем мире. Вот мы построили дом, он новый, он неплохой, он достаточно хороший. Вот такая вот цена. То есть сейчас, понятное дело, что у них есть дефицит, застройщики может, и ну, это нормальная да, история, когда у тебя есть товар, который в дефиците, там уже целый колодец настроен. Там, уже там целый колодец. Там сейчас цена квадрата $1000. Да. То есть без ремонта. Давайте мы немножечко упомянем, что нужно будет заканчивать нам скоро. Что с ценами на аренду коммерческой недвижимости? Что-то изменилось, там существенно изменилось бизнес, сложно существенно, сейчас, да? И опять-таки вот это изменилось еще после первого локдауна. То есть конкретно вот этот локдаун в коммерческой аренде вообще не имел никакого смысла, ну, участия, назовем так, потому что Новый год, аренда коммерции всегда в это время стоит. Потому что все, ну, грубо говоря, вся коммерция можно поделить на офисную, мы не берем сейчас там промышленность, все, все вот это, берем только вот офисы и торговые площади. Это такие два больших рынка, да. То есть по офисам все стало понятно еще в прошлый карантин. Кто-то закрылся, кто-то пришел к тому, что можно вообще там до половины сотрудников распустить работы дома, оставить там бухгалтера, новые какого-то менеджера. Нашли, грубо говоря, костяк, который должен просто из-за скорости передачи информации вот так вот рядом сидеть, общаться. Вот остальных можно отправить домой или там пусть где хотят, там и работают, выполняя свою работу от А до Я, да. С торговыми площадями, ну, мы видим. То есть они не понимают, что много объявлений о продаже. Вот. Не то, что много, их катастрофически много. Я не так много в городе. Я помню, по-моему, июль месяц или август. Я звоню Сергею, говорю, Сергей, вы на рынке там ну, больше, чем мне лет, в принципе, от моего дня рождения. Скажите, пожалуйста, вы, а я ну, любопытный с детства был, я ходил, я не помню такого. Скажите мне, такое хоть раз было? Сергей говорит, нет. То есть вот, так вот такая вот, ситуация, Сергей, в центре. Ну, получается сегодня, так, что большая часть офисов освободились, и они выставлены, все ищут своего арендатора. Не на продажу, а арендатора. Ищут своего арендатора. Не находим арендатора, очень хотим продать. При этом... Продать это не точно можем, так же, приходим к тому же. При этом сложно, цены особо да. не падают, я так понимаю. Начали искать другой вариант. Начали из больших пространств придумывать коворкинги. Это хорошая тема, только исполнить это можно не во всех пространствах. Это, кстати, тренд,
который уже в Днепре есть, да, да. Который позволяет предпринимателю получить за маленькие небольшие деньги офис, который намного лучше, чем он у него был. То есть там все сделано для того, чтобы этот сервис сопроводить. Это большие вложения тоже. Это же нужно вложить современные. Ну, в Днепре есть там такие предприниматели, которые такие пространства делают. И там это работает. Да. Сделать это в обычной, на обычной территории, без некого задумки, некой модели, которая будет это обеспечивать. Скажем так, перестроить сложнее. Сложно, да. При этом в Днепре культура потребления такого сервиса, она только-только начинает развиваться. В Киеве это обычное дело, и там таких пространств много. В Днепре они только начали. В Днепре начали появляться. Не доехало. И на данный момент, даже если взять пример на нас, на мне, допустим, офис Национальной ассоциации брокеров находится в таком бизнес-пространстве. Офис ФОП Лагутенко находится в этом бизнес-пространстве. Цена аренды в месяц вот в этом пространстве всего лишь 4500 гривен. То есть я получаю весь сервис, которого в обычном офисе у меня быть не может, потому что это дорого стоит. При этом это пространство имеет размер 3500 квадратных метров. Там много предпринимателей. Между друг другом общаемся. Ну, это замечательно, новые формы. Вот такие формы хорошо и арендатору, работают. И да. А все остальные, ну, нельзя это исполнить в каждом пространстве или в каком-то офисе. И они все ждут своего арендатора, либо своего покупателя. Желающих продать или сдать такую территорию очень много. Спроса очень мало. Это говорит о том, что деловая активность уменьшается, да, и даже те, которые могли бы снимать эти офисы, они эти офисы предпочитают снимать не в центре Днепра. Есть тенденция ухода крупных компаний из Днепра в область или в пригород. То есть крупные компании для того, чтобы обеспечить себя от лишнего фискального давления, физического и не физического, снимают себе домовладение, куда просто так нельзя попасть. Или и там размещают свой офис. Или покупают, и покупают себе земельный участок, строят из быстро возводимых конструкций себе этот офис, и туда уже просто так не попадешь. Потому что локдаун, он требует определенного контроля. И как только его ввели, начали разного рода контролирующие органы, полиция, ходить, проверять, наказывать, штрафовать. А там делай, в общем-то, что хочешь. А там туда нельзя попасть, ордер. Да. Да, там нельзя попасть, это частная собственность. Маска, дистанция, там уже... Ну вот, например, по Тополю, если ехать по Запорожскому шоссе, да, вот в левую сторону, там, в принципе, и так очень много бизнес-центров, каких-то автомагазинов, да. И вот помимо того, что там были такие большие компании, как «Биосфера», да, которую знают не только в Днепре, а во всей Украине, там действительно начали появляться объекты, которые стояли. То есть там, грубо говоря, есть 3-4 представителя среднего бизнеса. Они плюс-минус там как-то общаются. Они сели и подумали, а не вложить ли нам деньги, которые мы платим в центре, космические, вот в это предприятие. Мы возьмем, достроим это здание, либо построим с нуля. И будем вчетвером им владеть. Там один этаж твоя компания, второй моя, и вот такая вот история. Но при этом неограниченная парковка. И даже при таких ситуациях где-то это, ну, как правило, в таких компаниях им выгоднее даже возить сотрудников, то есть нанимать транспортное средство, чтобы развозить по работе. Ну, чтобы сотрудник был в это время. То есть бизнес пришел, скажем так, после кризиса там 8-го, 9-го, 12-го года, 14-го, после локдауна он еще стал более адаптивным. То есть люди еще больше начали смотреть. Вот его душат, а он выживает. Да, на часть своих затрат. То есть они посмотрели, да, действительно, мы снимали 100 квадратов, а почему нам не снять 50, а остальных отправить дома? Людям тоже нравится. Мы снимали в центре за, не знаю, там, 10 тысяч долларов. Большая компания, это нормальная цена. Это хорошая цена, назовем даже так. Довезем до окраины. Да, а не проще ли нам снимать машину, и раз мы такая компания, которая может позволить 10 тысяч долларов тратить в каждый месяц, вложить, допустим, те же там 100 в какое-то действительно строение из быстро возводимое,
они достаточно недорогие. Они классные тем, что там любой ремонт, он почти капитальный. То есть, да. Что-то сломалось, гораздо проще поменять сразу все. Вот я вынуждена заканчивать. Я могу считать эти слова вот таким прогнозом на ближайшее будущее, прогнозом развития? Эта тема будет развиваться или что-то сейчас в любом случае эта тема будет развиваться. В любом случае, как я уже сказал, то есть цены на новостройки будут расти, за ними немножко будут расти. То есть вы рекомендуете все же вкладывать людям деньги Вопрос всегда простой. Если будет вот совсем плохо, вот люди говорят, а вот если завтра будет плохо, а что будет плохо? Война? Ну, извините, плохо всем. Апокалипсис? Ну, извините, плохо всем. Да. То есть, если у вас, ну, как бы, мы живем не так много, да, не такой квартиры большой будут период не нужны жизни. Всем, да. Они нужны всегда. То есть, если там в государстве есть мир... Ну, хорошо, за нее же надо платить, она же может не окупаться. Человек купил, вложил деньги, и там она не продается и не сдается. Платить коммуналку же надо, да, тратить. Это невозможно, она все сдает. Всегда вопрос цены. Да, сдает. То есть, когда рыночная цена 9, ты хочешь 10, но ты не сдашь. Сдай за 6. Ты покроешь свою коммуналку, что-то будет капать. То есть вопрос в том, что, во-первых, ты не потерял эти деньги, они не лежат у тебя под подушкой, они не обесцениваются, разные моменты. Вот оно есть. Я же говорю, это не такая прибыльная история, как другие виды деятельности. То есть там средняя доходность квартиры во всем мире считается, что там жила недвижимость с ремонтом совсем должна окупиться за 8-9 лет, и потом ты будешь только получать чистую прибыль. Вот. Но ее плюс, что ты всегда плюс-минус в этом же ценовом диапазоне можешь продать. То есть, если ты хочешь, там, грубо говоря, стабильность, покупай акции компании Apple. Если ты хочешь заработать миллиарды, ну, смотри сериал «Миллиарды», там, запоминай какие-то компании, что-то делай другое. Зарабатывай миллиарды. Да, ну, то есть, это максимально стабильная история, особенно в Украине. То есть, стабильность в Украине – это весьма относительная вещь. Ну, как-то так объективно. Украина находится в тройке государств, где... Высокие поднялась в 2020 году стоимость. То есть стоимость жизни, вы стоимость виду? Жилья. Стоимость жилья. Да, то есть мы на третьем месте по росту. При этом качество Кирилл жизни говорил, у нас как-то не растет. Но это парадокс нашей страны. Да. То есть мы бедная страна. Стоимость всех услуг. Но у нас все дорого растет. Стоит. То есть идет просто Откуда очень берут разрыв? Бедные украинцы возможность так дорого за все платить? Это говорит о том, что наша страна – это серый такой очаг, где все норовят заработать денег, потому что у нас серая зона. То есть в серой зоне можно зарабатывать деньги, получать кэш и спокойно себя чувствовать. Большая часть бизнеса в Украине, а в ситуации, которая есть сейчас – эта составляющая становится все больше и больше. Она нелегальная. Первичный рынок растет в цене, потому что он нелегальный. То есть большая часть покупок, перепродаж, оно происходит вне контроля всех. Забыли упомянуть как раз Укрбуд. Ну да, да у да, нас все... ситуация с первичным рынком, Аркадия, сколько Кадова, я себя сейчас помню, это постоянная проблема. Меняют законодательство, оно адаптировано под некую структуру политическую, которая ее меняет под себя, а в итоге инвестор никак не защищен. Ничего не изменилось с момента «Элита-центр». Название фирмы поменялось. Да, была названия. Проблема «Элита-центр», теперь проблема «Укрбуд», потом проблема «Аркада». Сейчас новые как бы, партийные наши, кто победил в выборах, новую собираются делать изменения в законодательстве. И потому что я вижу, прослеживается некое желание возглавить потом все эти потоки, потому что это большие объемы денег. Естественно, если так это происходит, вот почему там это выгодно. Это выгодно как в комплексе от больших вот этих вот инвесторов, которые крутят деньги, которые зарабатывают в Украине, куда надо их девать. Также выгодно просто какому-нибудь Иванову, который где-то зарабатывает свои вот эти вот 100 тысяч долларов в год, и он всячески их инвестирует в первичный рынок. Купил, налогов нет. Переуступку прав переоформил, налогов нет. Пока оно дойдет до электронных реестров, которые там есть. Где наши данные про недвижимость? По-прежнему в БТИ. Никто никаких реестров из старых времен никуда не создает. Налог на недвижимость почти никто не платит. Потому что налоговая никого не уведомляет, что его надо платить. Потому что у них нет данных до 2014 года.
А то, что собирают с 14-го вот, за эти 6 лет, это копейки. Давайте мы на сегодня поставим точку. К сожалению, вот эфирное время. Очень интересная беседа. И я предлагаю вам продолжить это вот еще. Приглашайте нас. Приглашайте, да, нас. Вот, там это так много, мы можем отдельно говорить. Можно даже больше разбить на какие-то мы не поговорили ни про ипотеку, ни про антиипотеку. Это вообще отдельный разговор 21-го года. Все этого ждут. Скажем так, сегодня такой первый наш эфир состоялся. Спасибо вам за участие. Жду вас в И вам спасибо, раз. Что пригласили нас. Да. А так бы, как бы мы большому количеству людей это рассказали. Точно. Спасибо вам, да. Я ще раз дякую за спілкування. Наші гості сьогодні – це Кирило Жовтопуп, експерт Національної асоціації брокерів, та Сергій Лугутенко, керівник Ради підприємців ринку нерухомості. Я дякую за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. Гарного вам вечора. До зустрічі.